Привет, добрый вечер, добрый день, доброе утро. У кого утро? Шалом. Собираемся. Привет, привет, кто подключается, приветствую вас, рада вас видеть. Привет, привет! Дорогие, дайте знать, кто на связи, есть ли звук, в порядке ли видео. Приветствую, приветствую, вижу вас. Вижу вас, собираемся. Добрый вечер, добрый вечер. Пишите свои комментарии, чтобы я вас увидела. И дайте мне знать, что все в порядке со звуком, что меня видно и слышно хорошо. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Приветствую, приветствую. Так, напишите, пожалуйста, комментарии, хорошо ли меня слышно. Так, хорошо. Собираемся, дорогие. Пока мы собираемся, я скажу, что я выхожу сейчас в прямой эфир с новой своей страницы, с публичной страницы. И немножечко здесь смотрю все иначе. Я не вижу, кто подключается, поэтому если вы напишите комментарий, наверное, только тогда я увижу. Вот. А, Галина Родионова, спасибо вам. Видно и слышно хорошо. Благословений. Спасибо, Рига, Латвия, с нами на связи постоянно. Я всегда рада вас видеть. Привет, драгоценные. Приветствую всех, кто подключается. Спасибо вам. Вот, я выхожу в эфир сейчас со своей новой страницы, с публичной страницы. Вот, и сегодня мы первый раз собираемся с вами с этой страницы. Вот, поэтому я буду благодарна особенно, как никогда, за ваши репосты и активные комментарии, потому что и комментарии, и репосты поднимают видео и поднимают его рейтинг. То есть больше людей сможет его увидеть и заметить. Лидия Нестерюк, привет, драгоценная, рада видеть. Слышно и видно хорошо, замечательно. Вот, вы знаете, что в связи со всей этой историей с удалением моих эфиров по непонятным причинам в Фейсбуке, 7 видео было удалено Фейсбуком, и поэтому, знаете, вот мне очень понравилось, мне недавно написал один из наших братьев, Юра Шишлевский, если ты смотришь, напиши, что ты здесь, Юра. Очень рада видеть всех, кто пишет комментарии. И он написал такое сравнение, говорит, что все то, что произошло с этими эфирами, похоже на то, как человек, желающий затушить маленький огонек посреди поля, начал разбрасывать его ногами, и получилось так, что этот уголек горящий, он превратился в множество искр, которые разлетелись по всему полю и зажгли целое поле. И то, что произошло с удалением эфиров, знаете, побудило меня усилиться и делать все еще со страховкой и делать более качественно, и чтобы больше людей смогли это услышать и успеть и услышать и увидеть эти эфиры, эти послания. Поэтому у меня пока нет технической возможности делать трансляцию одновременно и в YouTube, но мы так будем делать обязательно и в YouTube, и в Instagram. Но пока что, во всяком случае, я начинаю выходить с новой публичной страницы, и удаленные эфиры практически все выложены уже на этой странице новой. Поэтому вы в ленте новостей на моей новой странице вы можете увидеть записи тех эфиров, которые были удалены. И только 2 эфира были безвозвратно удалены. У меня их не было, но один, благодаря
тому же Юрию Шишлевскому, который скачивал мои эфиры и начал выкладывать сам на YouTube, еще до того, как я в YouTube их начала выкладывать, обнаружился еще и нашелся эфир «Огонь Пятидесятницы», с которого я имею славное свидетельство, мне писали люди, как они крестились огнем Святого Духа, слушая, смотря это видео. И это замечательно, что Бог так использует, и для Него нет никаких ограничений. Он может использовать интернет, Он может использовать видео, Он сможет использовать прямой эфир. Для Него нет никаких ограничений ни в пространстве, ни во времени, ни в методах действия, ни в том, кого Он использует и каким образом использует. Вот, поэтому этот эфир «Огонь Пятидесятницы» также будет добавлен снова на мою страничку и на мой канал в YouTube. Если вы еще там не были, подпишитесь, будете получать новые видео. Вот, и остался один только эфир утерян, это «Осторожно, религиозные манипуляторы». Но я знаю, что эту тему мы поднимем еще не один раз, и поэтому, знаете, все, что дьявол у нас ворует, он получит на свою голову многократно больше. Поэтому... Слава Богу, что мы с вами теперь усиливаемся и будем делать это служение, эту работу еще более качественной. Я благодарна каждому, кто поддерживает меня на этом пути, кто молится за меня. Я вам хочу сказать, что это очень ценно. Ваши молитвы очень ценны, и я очень ценю, когда люди доверяют, принимают и сердцем относятся и молятся за меня. Я благодарна вам, спасибо. И я также вас люблю, благословляю, драгоценные. Итак, сегодня наш эфир, как вы уже знаете, называется «Почему высвобождение женщин – ключевая задача тела Христа?». Об этом сегодня мы с вами и поговорим. И прежде чем я... перейду непосредственно к теме, я хочу попросить вас сделать по возможности максимально репосты сегодняшнего видео. И сейчас, пожалуйста, поделитесь также этим видео, чтобы максимально большее количество людей смогли присоединиться к нам в прямом эфире, а также увидеть запись этого эфира и просмотреть это послание, чтобы это слово достигло максимально большего количества и женщин, и мужчин, чтобы намного больше людей могло услышать эти темы, касающиеся положения женщин, высвобождения женщин. Это сегодня очень важное, актуальное послание в теле Христа. И я не зря назвала именно так этот первый эфир «Высвобождение женщин. Ключевая задача в теле Христа». И знаете, мне многие женщины очень много пишут, очень много. Я даже не успеваю, простите меня, но я просто не успеваю всем ответить. С кем-то я созваниваюсь, с кем-то мы молимся вместе, за кого-то я молюсь, за кого-то, с кем-то я провожу индивидуальные консультации, с кем-то мы общаемся в переписке. Много вопросов, много ситуаций, много историй. Слава Богу, есть и свидетельства, и радостные новости. И знаете, многие пишут с благодарностью именно за то, что эти темы, касающиеся положения женщин и сегодняшней ситуации в женском вопросе, что они вообще начали звучать, что эти темы вообще открыто кто-то говорит. И вообще сегодня Бог поднимает эту тему. Это дело не во мне. Дело не в моем личном призвании, хотя это является большой частью, важной частью моего призвания в освобождении женщин. Мне Бог это поручил, и поэтому есть на этом и помазание на освобождение женщин, и есть видение в этой сфере. Но дело не в моем призвании, дело не в моем бремени даже только, которое Бог в меня вложил. Дело в том, что сам Отец сегодня желает высвободить своих дочерей, потому что это Его сегодня ключевая задача для работы в теле Христа. Именно поэтому так называется этот эфир. Не потому что я считаю, что это ключевая задача в теле Христа, а потому что сегодня сам Отец высвобождает женщин, потому что Он мобилизует свою армию в эти последние времена. Потому что женщины были слишком долго угнетаемы, и поэтому сегодня много работы нужно произвести в Церкви Божьей для того, чтобы женщины вернулись к своей истинной самоидентификации в Господе и к пониманию истинной роли женщины в теле Христа. Потому что нужно сказать, что дух контроля, религиозный дух, и то, что Рик Джойнер
называет политическим контролирующим духом, очень много поработал над тем, чтобы женщины не имели истинного, правильного понимания о своем предназначении и о своей роли в теле Христа. Поэтому я прошу вас максимально делиться этим эфиром сейчас в начале эфира, чтобы люди могли присоединиться к онлайн. И также, кто будет смотреть в зале сейчас, также, пожалуйста, поделитесь этим видео, чтобы оно достигло всех, для кого оно предназначено. Пусть так и будет во имя Иисуса. Спасибо, дорогие, вижу ваши комментарии. Надежда Стенина, драгоценная, добрый вечер. Рада вас также видеть. Спасибо, что вы здесь. Спасибо всем, кто присоединился в онлайн. Давайте вместе сделаем какие-то шаги, чтобы это видео распространить, потому что с новой страницы у меня еще совсем мало подписчиков, и это непросто быстро сделать, но вместе у нас получится, и мы сделаем это быстрее, я в этом уверена. Вот, и знаете, я получаю столько писем и столько отзывов от женщин, очень много таких трагичных судеб, таких тяжелых ситуаций, знаете. Не просто какие-то там проблемы в жизнях людей. Они есть в жизни, проблемы есть в жизни каждого человека практически, но судьбы, которые мне присылают, знаете, пишут уже в тех случаях, когда на самом деле я вижу, часто мне пишут тогда женщины, как те женщины, которые уже не могут даже об этом никому сказать. И женщина находится в таком положении, что это похоже на то, как все сферы жизни женщины практически разрушены. Это ужасающие ситуации, ужасающие истории, когда я читаю все, что проходили женщины, которые были призваны, которые были в служениях. И потом они прошли такие потрясения, которые просто земля ушла из-под ног. И сегодня женщинам так нужно восстановление. И сегодня восстановление это нужно во всем теле Христа женщинам. И знаете, когда я говорю восстановление, я даже не имею в виду только личностное восстановление, хотя это большая часть сегодня работы в женских жизнях, личное восстановление, восстановление из зависимостей от обстоятельств, от зависимостей каких-либо, высвобождение из тех тяжелых порой оков, в которых женщины находятся и не могут даже дышать в этом настолько, потому что уже многими годами они живут в стрессе и не знают, как выбраться из тех ситуаций, в которых они находятся. Это касается семей, это касается ситуации в церквях, это касается детей, это касается призваний, это касается часто всего сразу. И я, когда читаю некоторые письма, я иногда просто, знаете, сокрушаться начинаю перед Богом, потому что я начинаю еще больше осознавать, насколько велика сегодня, насколько велик сегодня вызов, который стоит перед нами по восстановлению, женщин, по восстановлению женщин в теле Христа. И вот когда я говорю восстановление, я не имею в виду только восстановление личности женщины, восстановление жизни женщины. Я имею в виду намного больше. Говоря восстановление женщин в теле Христа, я имею в виду восстановление истинного понимания о предназначении женщины и правильного понимания роли женщины в теле Христа, особенно в это время. То есть я говорю о восстановлении Божьей парадигмы, Божьего взгляда на женщину и на ее роль в теле Христа. Это очень серьезно, потому что враг веками работал на то, чтобы загнобить женщину, дискредитировать женщину, дискредитировать позицию женщины. Знаете, многими веками, различными способами, разные такие ухищрения и различные жестокие способы дьявол использовал для того, чтобы устранить женщин с поля битвы, устранить женщин со сцены судьбы церкви. Очень много было сделано и делается по сей день. Очень много таких вражеских стратегий в обществе.
И, к сожалению, их очень много в церкви. К сожалению, их очень много в церкви и в теле Христа. Поэтому я говорю, что именно в теле Христа ключевая задача восстановления женщин сегодня. Я говорю это вполне осознанно. Знаете, как при самых благоприятных условиях во времена Эдема, Божье творение, мужчина и женщина, Адам и Ева, они избрали непослушание, избрали грех и избрали непослушание Богу и Его воле, непослушание Его голосу. И это произошло в самых идеальных обстоятельствах, в самых благоприятных обстоятельствах, когда не было ни одной причины делать шаг от Бога, когда не было ни одной причины, которая бы вызывала какую-то боль, какое-то страдание, то есть абсолютное, совершенное счастье, абсолютные идеальные условия Божьего реальности, Божьего Царства на земле, реальности Бога, славы Бога. Вот как творение Божье первое выбрало путь непослушания и греха, и тем самым принесло проклятие в будущее роды и в жизнь всего человечества, тем самым позволив врагу господствовать на земле и издеваться над Божьим творением, унижая тем, который пытается унизить Бога тем, что унижает Божье творение. Так сегодня, во времена кризисов, в самые тяжелые времена кризисов, давлений, смятений, войн, потрясений, время страхов, опасения о будущем, сегодня невеста Христа должна выбрать и выберет Иисуса, своего возлюбленного, как своего единственного возлюбленного, того, кто снова станет в центре всего, того, кому одному она будет служить снова и снова поставит своего Господа в центре всего, принеся тем самым славу Отца и реальность Царства Божьего на землю снова невиданным образом. Этому время пришло исполниться. Именно в такое время мы сегодня живем, когда Церковь должна выбрать снова Иисуса как своего единственного возлюбленного и того, кто снова должен стать во главе всего и в центре всего, в центре наших жизней, в центре наших служений, в центре наших собраний, в центре наших деятельностей, в центре нашего видения, в центре нашего предназначения, в центре нашего сердца, в центре наших мыслей, в центре всех сфер нашей жизни, каждого отдельного человека, мужчины и женщины, и всего тела Христа во имя Иисуса. Время этому пришло, и знаете, сегодня по всему лицу земли звучит Божий призыв вернуться к Богу и посвятить себя полностью Богу. Сегодня по всему лицу земли Бог поднимает пророческие голоса, чтобы мобилизовать Божью армию последнего времени для последней битвы. И знаете, эта Божья армия, она должна состоять из мужчин и из женщин. И неужели мы думаем, что эту последнюю битву мы можем совершить без должного участия женщин? Неужели мы думаем, что совершить и исполнить Божью волю для последнего времени и эту великую жатву, которая давно поспела, на которую сегодня Отец жаждет высвобождать множество делателей, неужели мы думаем, что мы эту великую жатву сможем совершить при таком количестве и таком ужасающем положении женщин не только в обществе, но и в церквях? Знаете, Бог сотворил и мужчину, и женщину, сотворил их как равными сонаследниками Его царства, как равными сопартнерами владычества на земле для того, чтобы распространять Царство Божье. И это есть главная миссия и мужчины, и женщины, и главное предназначение человека в принципе. И, знаете, это предназначение, оно уникально у мужчин, уникально у женщин, со своими особенностями, уникальными характеристиками, особенностями предназначения, разными дарами, различиями даров, различиями предназначений, граней предназначений. И в этом
В этом соединении есть полнота. Но мы часто можем говорить об этой полноте, говоря о браках, но почему-то мы мало говорим об этой полноте, говоря о теле Христа. И говоря о соединении мужчин и женщин в исполнении Божьей воли в это последнее время на земле. И знаете, откуда эта конкуренция? Потому что это конкуренция. Если мы с вами подумаем и посмотрим правде в глаза, это конкуренция. Многие сегодня боятся дать дорогу на сцену судьбы в Господе, дать дорогу в церквях, дать дорогу в общество тем, кто может стать конкурентом. Откуда эта конкуренция? Это конкуренция и дух братоубийства. Он всегда приходит от того, что у нас есть недостаток пророческого видения и пророческого понимания, Божьего взгляда на то, что происходит сегодня на земле, и то, в какое время мы живем. Если бы мы действительно понимали, что мы живем в последнее время, и Господь скоро вернется, Христос явит себя, если бы мы действительно понимали, что мы живем во времена последней битвы, когда Бог мобилизует свою армию для последней, главной, решающей битвы, которое время пришло, если бы мы действительно понимали, насколько велика жатва, если бы мы действительно, как церковь, осознавали, насколько много нужно делателей и жнецов по всему миру, мы бы не гнобили друг друга, мы бы не конкурировали, и мы бы точно не угнетали, и не ограничивали, и не связывали женщин в служении Богу, равноценному и полноценному служении Богу и предназначению, особому совершенно, уникальному, ключевому предназначению. Мы бы не били их по рукам, мы бы не били их по головам, мы бы не били их обвинениями и добиваниями. Мы бы поддержали и приняли их в свое сердце. Мы бы обняли и приняли сегодня тех, кто сломлен. Мы бы поддержали тех, кто сегодня лежит без сил. Мы бы поддержали, помогли подняться, а не добивали бы, говоря: «Сама виновата, провоцируешь, не туда полезла, что ты себе возомнила» и так далее, и так далее. Много сегодня звучит в адрес женщин того, что звучит совсем не от Бога и не за отцовского сердца. Слишком много сегодня звучит вещей, которые не помогают подняться. Слишком много того, что сегодня кажется праведностью, призывом к праведности, является сегодня добиванием и тем молотом, и той кувалдой, которая добивает женщин. И знаете, к сожалению, сегодня в теле Христа не учитывается особенность женская особенность, уникальность женщины не учитывается при всем этом. А ведь женщина в 14 раз чувствительнее эмоционально, психологически, чувственно, чувствительнее, чем мужчина. И то, что переживает мужчина, женщина в 14 раз чувствительнее к этому. Это насколько, значит, больше нужна женщине поддержка и принятие для того, чтобы быть, чувствовать себя защищенно и спокойно, быть самой собой. Защищенно и спокойно просто делать то, к чему призывает ее Бог. Как сегодня это нужно? Как многим женщинам сегодня нужно быть просто услышанным, просто принятыми, просто выслушанными, чтобы не нравоучениями их учили, не призывали к тому, что «ну ты же верующая, ты же должна терпеть, ты же праведница, ты же должна терпение развивать, веру развивать», вместо того, чтобы дать настоящее принятие и поддержку. Но я не буду сейчас идти в эту сторону, вы все понимаете, о чем я говорю, потому что очень много разных стратегий дьявол развернул за все эти века против женщин. О, Господи! И на кострах сжигали, и ограничивали в развитии, ограничивали, как и право голоса женщина множество веков не имела, и женщинам самим нужно было отстаивать свое право даже на право голоса. Эта битва длилась годами, и это не просто так. Это не просто так, это не на голом месте произошло. И мы открываем Бытие, книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Это не просто так происходит. Бог, после того, как змей искусил Адама и Еву, и они вкусили от дерева жизни, дерева познания добра и зла, Бог, проклиная дьявола, вот проклиная дьявола, Бог сказал такие слова: «И вражду положу», говоря дьяволу, он сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее.
Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Вражда между ним и между женою длится все эти тысячелетия, длится все эти века. Разными способами и жестокими стратегиями дьявол пытался загнать женщин куда подальше, чтобы они боялись даже двигаться и соваться куда-то. И вся история развития женского, знаете, становления, даже можно сказать, женского движения, она связана с тем, что женщинам приходилось отстаивать свои территории, приходилось защищать свои границы. И многие вещи, которые сегодня нам не нравятся в обществе в отношении со стороны женщин, они, если бы мы глубже посмотрели на это, мы бы поняли, что это является результатом того, что церковь не взяла в свое время ответственность за то, чтобы женщинам дать дорогу в их истинное предназначение. А наоборот, часто именно церковь являлась теми, кто женщин ограничивал. Поэтому сегодня мы имеем те перекосы в обществе, которые мы имеем. Но мы об этом поговорим в других передачах. Но я хочу сказать, что я хотела сказать, что женщинам на протяжении всей истории приходилось где-то защищать свои границы, чтобы выжить, чтобы иметь право делать то, что мы должны делать. И это борьба постоянная. И это не просто жить в состоянии этой борьбы. И знаете, Иисус умирал одинаково как за мужчин, так и за женщин. И нет никакой разницы. Разница есть в уникальностях, разница есть в дарах, разница есть в формах, разница есть в гранях предназначения. Но и мужчина, и женщина прежде всего рожден для того, чтобы исполнить Божью миссию на земле, принести красоту его личности и красоту и реальность его царства на эту землю. И, знаете, понимая это, что-то будет меняться в нашем взгляде на то, как мы относимся к женскому вопросу. Меньше будет возмущения и ненависти наверняка, больше понимания, хотя бы попытки понять. Потому что сегодня пришло время этой теме быть поднятой на поверхность. Сегодня, знаете, такое время, когда нам придется поднять сложные вопросы. Когда нам придется, как лидерам, как служителям, как пасторам, как церквям, как тем людям, сыновьям и дочерям Божьим, призванным по Его изволению принести Его правду на эту землю, Его царство на эту землю, Его сердце явить этому миру. Нам придется сегодня поднять сложные темы и поднять сложные вопросы, которые многими десятилетиями мы как церковь боялись поднимать. Но сегодня мы пришли к той точке, когда больше нельзя игнорировать те проблемы, которые есть сегодня в теле Христа, связанные с женским вопросом. Это очень много тем и очень много граней. И, знаете, именно высвобождение женщин – это одна из тех самых страшных и опасных вещей для дьявола, которых он боится. Именно поэтому все это время женщины были угнетаемы на протяжении истории. Это то, чего он боится, потому что вражда стоит между ними и женой, и потому что именно женщины сыграют свою ключевую роль в это последнее время, время жатвы, время последней битвы. И если вы перечитаете пророчество Рика Джойнера, вы увидите эти пророческие иллюстрации, эти пророческие моменты, когда армия женщин и детей занимает свою позицию, восстанавливает свои позиции в теле Христа. И это объединение мужчин и женщин без конкуренции, без угнетания, без братоубийств, без ограничений, а как равные сонаследники царства. Именно это произведет и даст возможность собрать эту жатву, последнюю жатву. И это Божье движение, последняя волна Божьего движения, пробуждения и жатвы, она будет как бы, слово пытаюсь подобрать точное,
она будет ознаменована тем, что женщины будут высвобождены. Вот, сейчас я сказала так, как я чувствую точно. Она будет ознаменована, что женщины будут высвобождены в свое истинное предназначение в теле Христа в это время и на этой земле вообще. И этого дьявол очень боится. И потому сегодня такие давления, такие атаки на эту тему. Есть много предубеждений, слишком много предубеждений, опасений и страхов. Опасения последствия поднятия этих тем. И можно понять эти опасения, но нам придется с ними столкнуться. И с последствиями, и с трудностями, и с проблемами, с которыми мы столкнемся. Но нам никуда от этого не деться. Нам нужно принести... этот голос, призывающий высвободить женщин в их Божьи судьбы, чтобы женщины заняли свою роль. И знаете, прекрасное, знаете, то, что в моем сердце и в моем духе сегодня по поводу роли женщин в теле Христа, в моем сердце звучит Девора. Как Девора, она была, знаете, в очень непростое время. Она была четвертой судьей Израиля. Это были времена, когда только-только была завоевана земля Израиля и под предводительством Иисуса Навина. И было множество врагов, которые нападали на эту землю. И вот как называется, да, если не ошибаюсь. Вот с севера была угроза на Израиль. И в это время Девора была четвертой судьей Израиля. Она была одной из семи пророчиц израильских. И она была единственной женщиной-судьей. И это время было очень смутное. Было много войн, и нужно было отстаивать свои позиции. И сегодня, во времена, когда Иисус готовит свою невесту для того, чтобы невеста была соответствующей жениху, и встретилась с женихом, и для этой встречи, для этого сочетания, Отец сегодня, для этого сочетания невесты с Иисусом, Отец сегодня готовит тело Христа и трансформирует тело Христа. И эта трансформация уже началась, и она будет видна все больше и больше уже в ближайшее время. И в ближайшие несколько лет мы увидим сумасшедшие, невообразимые перемены, которых многие не ждали, которые совершенно не соответствуют человеческому взгляду на то, что сегодня происходит в мире. И вот в этом всем женщина сыграет ключевую роль. Я не хочу умалить роли мужчин, не поймите меня правильно, я не умаляю роли мужчин. Я уже сказала, что и мужчины, и женщины равноценные сопартнеры, сонаследники царства. Но поймите, если женщины были веками угнетаемы, и нужно было бороться за то, чтобы женщины занимали свои позиции, а сегодня во множестве церквей, по всему телу Христа. Еще такие вещи происходят, знаете, как, к примеру, вот, ну, одна из тем — это запрещена женщинам, запрещена контрацепция. И в церквях запрещают контрацепцию. Много таких церквей в разных странах. Особенно, мне кажется, в России, если я не ошибаюсь, в советском пространстве. И женщины... всю жизнь просто рожают детей, Им запрещают предохраняться. И женщины рожают минимум 5, а так тогда 19 детей. Представьте, во что превращается женщина. Я не говорю, что у кого-то не может быть такого вот избрания родить много детей. Но это именно когда избрание. А когда это происходит потому, что запрещено предохраняться. И женщина превращается комбинат по производству детей и вынуждена просто всю жизнь заниматься только этим. О чем можно ей еще думать? Мало того, что ее здоровье подорвано, она не может даже думать ни о чем другом, потому что у нее убеждение, установка и воспитание такое в церкви, что она посвящает свою жизнь этому. Это и есть ее предназначение, это и есть ее удел. Я уже не буду сейчас говорить о теме насилия, я уже не буду сейчас говорить о том, что
в харизматических, продвинутых, прогрессивных церквях по-прежнему звучит на, ну, звенит на подкорке, и по умолчанию считается, что женщина и женское счастье – это выйти замуж и родить детей. И это как-то очевидно, что идет вразрез вот это утверждение, что женское счастье – это именно обязательно выйти замуж и родить детей. Якобы это единственное женское счастье. Опять же, я не против замужества и рождения детей, меня постоянно в этом обвиняют, но это неправда. Наоборот, я за институт семьи. Но я за то, что женщинам ставят это как обязательное условие ее реализации. Вот это ложь! И этим губится множество жизней. И множество жизней и судеб женских поломано именно этим убеждением. Потому что женщина ищет принятие мужчины и занимается поиском, которым она не должна заниматься вообще в принципе. И тратит свое жизненное время, которое предназначено Богу, который дал ей жизнь. Она тратит его на то, чтобы сначала найти мужчину, потом родить детей, потом остаться одной и тянуть этих детей и заниматься всю жизнь выживанием. И десятилетиями многим женщинам нужно восстанавливаться после насилия, унижения, оскорблений, издевательств. Десятилетиями нужно восстанавливаться для того, чтобы стать нормальным человеком снова. А ведь многие не восстанавливаются. И да, вы правы, религиозные, духовные коровы, они визжат сейчас и пищат, потому что религия трещит по швам. Это убеждения, на которых дух религии держится, дух религии. Когда я говорю религия, не имею в виду никогда церковь или вера, я имею в виду контролирующий религиозный дух. Он боится этой темы как огня, поэтому на нее такие давления и обвинения. И со стороны мужчин и женщин, это потому что это духовно происходит, наша битва не против плоти, а против духов злобы поднебесной. Так вот, Девора была четвертой судьей Израиля. И знаете, видя угрозу, и видя положение Божьего народа, тяжелое положение, видя, что никто не взял еще ответственность для того, чтобы объединить народ и поднять на освободительное движение, на то, чтобы защитить эту землю, она отправляет, написано, ну, стесняясь того, что она женщина, по тем же самым причинам, естественно, как бы неудобно ей было возглавить это движение, потому что она женщина. Поэтому она послала, она сделала призыв к мужчине: подними народ на битву, подними, разгроми противника. И знаете, вот когда она это когда она этот призыв, этот приказ, как судья, она посылала, она это делала, потому что она стеснялась, что она женщина, она не может это возглавить. И Варак, как вот глава тогда, мужчина, знаете, это очень интересная грань. Сегодня подобное положение. Сегодня есть проблемы в области женщин, есть проблемы в области мужчин. И в области мужчин мы, в обществе вообще, не только мужчин, а в обществе мы видим большую проблему отсутствия ответственности. Сегодня так мало людей которые могут взять ответственность. Прием, прием, все работает. И сегодня фактор ответственности, он очень... Халлелуйя, халлелуйя. Напишите, пожалуйста, комментарий. Работает ли сейчас видео? Друзья, напишите, пожалуйста, комментарий. Работает ли сейчас видео? Есть ли сейчас?
Напишите, слышно ли меня и видно ли меня. По-моему, уже связь восстановилась. Напишите комментарий, я жду ваших комментариев. По-моему, работает, да, уже связь есть. Напишите, пожалуйста, слышно меня? По-моему, уже... Девора знала, что пришло время. Девора знала, она знала от Бога. Девора знала от Бога, она различала время. Она была пророчицей. Дорогие, что-то начало зависать. Вау. Работает ли видео или звук? Он просто не выдерживает. Так, вроде бы работает сейчас. Итак, Девора была пророчицей, и она знала Бога, что пришло Божье время принести победу. Принести победу. И поэтому она написала Бараку: «Встань! Ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои». Сам Господь пойдет пред тобою. И... Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто начинает говорить, начинает снова зависать. Господи, благослови нас, хорошая техника для этих эфиров. Во имя Иисуса. Девора пророчила, что Бог даст победу Израилю, и Сисара будет побежден. Она знала это, ее пророчество подняло дух народа. Варак, чувствуя, что... Он боится взять ответственность. И это тоже ситуация, история, которую мы сегодня имеем и в теле Христа, и в обществе. Большая категория мужчин боится взять ответственность. Но Варак имел мудрость и смирение перед Богом поверить, во-первых, пророческому голосу женщины, которая высвободила пророческое слово о победе от Господа. Он поверил Господу, который использовал женщину. И он сказал: «Я сделаю это, я пойду на эту битву.
Только если ты сама примешь в ней участие, только если мы это сделаем вместе. Он имел мудрость для того, чтобы поступить так. И знаете, эта битва была победоносной. И это битва, в которой Девора вышла на поле битвы и своим пророческим голосом, своим пророческим ободрением вдохновила Божий народ, вдохновила на победу. Ее пророческое слово от Господа принесло веру, принесло силу, принесло освежение, принесло то вдохновение и ободрение, в котором нуждался народ, чтобы объединиться для победы. И это есть сила и предназначение пророческого слова. Девора возвысила свой голос, и как многим женщинам сегодня, предназначенным для того, чтобы возвысить свой голос, обрезаны крылья, как многим женщинам сегодня нужно будет подняться из того, в чем они находятся, и войти в Божью судьбу, для того, чтобы быть голосом Божьим. Это будет происходить разными способами. Но тогда победа этой битвы, она принесла на 40 лет покой земле Израиля. И, кстати, сам полководец вражеского войска был убит тоже женщиной. Есть данные, что это дружественные Израилю были такие течения, люди, и именно женщина убила полководца также. Я вижу в этом пророческий почерк Господа. И это то, что звучит сегодня в моем духе для того времени, в котором мы находимся. Знаете, именно женщины способны принести и восполнить тот недостаток пророческого видения, которое есть сегодня в теле Христа. Это связано с уникальностью у того, как женщина сотворена. Это не значит, что пророческий дух не проявляется через мужчин. Нет. Но я имею в виду, что женщины имеют больше склонность к восприятию Божьего вдохновения, Божьего творчества и восприятию пророческого, раскрытию пророческого дара. Именно женщина имеет большую склонность к тому, чтобы видеть и облечь в мудрость слова от Господа. Это недостаток, который сегодня могут восполнить женщины. И я верю в то, что они призваны восполнить это сегодня, и женщины, и мужчины. Но женщинам сегодня в большем количестве нужно подняться, восстановиться и быть высвобожденными. И как Девора подняла свой пророческий голос и своим пророческим пророчеством, и силой духа, и своей верой, и своей позицией на поле битвы, она привела народ к победе вместе с врагом. Так и в сегодняшнее время, в этой последней битве, и мужчины, и женщины должны объединиться для того, чтобы исполнить волю Отца, и принести Его славу, и принести Его победу на эту землю. И знаете, это связано с уникальностью женщины. У женщины развито более правое полушарие мозга. Именно поэтому есть эта уникальность, есть эта способность. Мужчины более конструктивны, более логичны, более прагматичны. Женщина более творческая, более образная. Мышление, абстрактное мышление, поэтому творческая часть, к ней склонны больше женщины. И грядущее Божье движение, я буду касаться в этом, этой темы конкретнее в другом своем эфире, посвященном этой теме, но сейчас скажу кратко, что грядущее Божье движение, оно высвободит сильно творчество, оно высвободит творческую силу Господа, и это будет сильно проявлено через тело Христа. Сфера искусства, сфера творчества, она должна быть возвращена Богу. Дьявол украл эту сферу, но церковь вернет ее Богу, и в этом мы нуждаемся в женщинах. Женщины принесут то изобилие творчества, которое сегодня нуждается в освобождении. Но о каком творчестве может идти речь, когда женщина занята выживанием, когда женщина занята тем, чтобы вообще в живых остаться, чтобы вообще свести концы с концами, понимаете? Поэтому сегодня ключевая задача в освобождении женщин. И как сказал Боб Джонс,
пророк Божий, муж Божий с мировым именем, который сейчас с Господом уже, он сказал: женщины, может быть, это сейчас недословно, но очень близко к его словам, к его тексту. Женщины, мы нуждаемся в вашем творчестве, мы нуждаемся в ваших написанных творениях, мы нуждаемся в вашем художественном даре, мы нуждаемся в ваших картинах, и более всего мы нуждаемся в мудрости, которую вы способны принести. Более всего мы нуждаемся в видении и планах Духа Святого, которого вы призваны принести. Это слова Боба Джонса. И поэтому, знаете, враг сегодня так боится того, что произойдет. Но это произойдет в любом случае. Бог нам уже дал победу, и мы в нем имеем эту победу. И нам нужно в нее войти. Но для того, чтобы в нее войти, ключевая задача – это перемена мышления. Иисус уже совершил победу. Но нам нужно изменить сегодня свое мышление, в том числе в отношении предназначения женщин и их роли в теле Христа. Трансформируя вот эту мировоззренческую парадигму в отношении женщин, тело Христа и армия Божья сможет стать плечом к плечу и не будет более разрозненной и разъединенной, но станет единой, сплоченной и целостной для того, чтобы принести победу Иисуса Христа под Его знаменем, Его крови, Его любви, принести Его победу на эту землю. И пусть Бог поможет нам в том, чтобы иметь мудрость и смирение, которую имел Варак в свое время, для того, чтобы пригласить Божью женщину, той, которая была открыта, той, которая имела видение пророческое, планы от Господа для народа. Вот иметь эту мудрость и смирение перед Богом, это сложно сегодня для многих, это даже больно сегодня для многих. Но пусть Бог поможет всем нам, чтобы иметь эту мудрость и это смирение, чтобы пригласить, не только не угнетать, не ограничивать, не заклевывать, не добивать, а поняв различия и особенность, и уникальность женщины в теле Христа, и женской армии в теле Христа, пригласить на поле битвы, как соработника, как сонаследника и как партнера в сражении, в этом грядущем Божьем движении. Пусть так и будет. И мы увидим великую славу. И знаете, когда женщины займут свою позицию, которую они должны занять, тогда и мужчины будут иметь видение и получат видение, которого сегодня часто нету, во многом нету, видение о своей позиции, о своей ответственности, о своей уникальной, важнейшей роли ответственности на этой земле. И поэтому я говорю, что женщины сыграют ключевую роль, потому что когда женщина выйдет на поле битвы, займет свою позицию, свободная, восстановленная, целостная, имеющая будущность и надежду, имеющая видение и силу, и тогда и женщины, и мужчины будут на своих позициях, без всякой конкуренции, плечом к плечу исполнять Божью волю. Пусть так и будет во имя Иисуса Христа. И я благословляю всех слушающих сейчас. Спасибо, что вы в эфире сегодня. Я благодарна вам, что вы нашли возможность именно подсоединиться к прямому эфиру. Я верю, что сегодня, как мне Господь и обещал, что 10 тысяч судеб будет вылуплена, высвобождена из скорлупы. Это судеб, пророческих судеб, высвобождены в Божье предназначение. Судеб жнецов, то есть те, которые станут провозвестницами для других. 10 тысяч жнецов и орлов, которые будут высвобождены из скорлупы, для этой жатвы, для этого Божьего движения. Я верю, что все эти послания и все, что еще Бог доверит нам делать, это будет приносить свободу, снаряжение, поддержку, укрепление, восстановление, исцеление.
Это будет приносить свежий огонь и свежую жажду по Господу и решимость и смелость ответить на Божий призыв, несмотря на обстоятельства, на страхи, на препятствия и на собственное мнение о себе. Мол, кто я такая или как я могу? Поэтому я молюсь, и моя молитва, и стремление моего сердца, и Бог знает это, моя жажда, мое желание, чтобы это послание достигло каждого, для кого оно предназначено. И ангелы Господни это будут делать. Они будут распространять это видео и это послание, и все другие эфиры именно к тем, для кого оно предназначено. И Дух Святой будет делать свою работу. Потому что дело не во мне, не в моих словах, а дело в том, что Он делает. И пусть Дух Святой делает, Он сам делает то, что Он запланировал через все это. И это уже так и есть, и будет еще больше. И я благодарю вас, все, кто делает сегодня эти репосты. Пожалуйста, помогите распространить это видео, распространить это слово, распространить этот Божий призыв сегодня. Это нужно услышать многим женщинам, это нужно слышать многим мужчинам, это нужно слышать многим лидерам, служителям, пастырам. Я говорю это с Божьим сердцем, не с осуждением, не с критикой, но с призывом из сердца Отца о том, что сегодня волнует его сердце, о том, о чем сегодня болит его сердце. И это один из самых важных, самых тяжелых, но самых важных вызовов сегодня для нас, как для тела Христа, высвобождение женщин. И это произойдет обязательно. У нас нет другого пути. Поэтому я благодарю вас за репосты и прошу вас, во-первых, сделать репост этого видео, чтобы большее количество людей это увидели, потому что моя страница еще не раскручена. Также я вас прошу пригласить своих друзей, поставить именно на новой публичной странице «Нравится», но не только «Нравится», а еще нужно в разделе «Подписки» установить приоритет в показе, галочку поставить, и поставить галочку напротив уведомления, для того, чтобы приходили уведомления о выходе в прямую трансляцию. И вы можете пригласить своих друзей, кому вы считаете, что будет важно слышать подобные послания, исцеляющие, высвобождающие послания, трансформирующие мышление, трансформирующие судьбы. Также это будут пророческие эфиры в духе пробуждения, в огне пробуждения. Кому это будет интересно, приглашайте их на страницу. Давайте сделаем это вместе. И пусть это слово распространяется, и огонь пробуждения распространяется, и страсть ответить на Божий призыв распространяется сегодня в разных-разных уголках земли, до краев земли во имя Иисуса. Дорогие, я же молюсь, чтобы Божья благодать и Божий мир, сверхъестественный Божий мир был с вами в ваших жизнях. И пусть ангелы Господни принесут ответы и решения в те сферы и в те вопросы, в которых вы нуждаетесь в прорыве во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы ответы от Господа, а поверьте, Его ответы великолепны. Его решение настолько превыше ваших собственных. О, Господи, я так сильно переживаю это в эти недели. Я получаю такие ответы и решения от Господа, о которых я даже не могла представить, что они могут быть такие. А, Господи, правда, дорогие, у Него такие решения есть, которые выше наших даже ожиданий. Поэтому я вдохновляю вас поверить Господу, пригласить Господа в ваши обстоятельства. Посмотрите предыдущие мои эфиры о славе Божьей, о том, как пребывать в покое посреди ветров, о том, как входить в славу Божью. Это то, что сегодня нужно, это то, что будет ключом к прорыву для многих из вас. Потому что именно там, в месте покоя, в месте Божьей славы, именно там вы позволите Господу прийти в ваши обстоятельства и принести Его решение. Те решения, которые принесут тотальный прорыв в те узлы и в те вопросы, в которых вы нуждаетесь, возможно, годами в ответах. Все это может измениться очень быстро, за считанные дни, за считанные недели. Вы можете войти в прорыв в этих вопросах, если вы отдадите по-настоящему этот вопрос Богу и пригласите Его в эти обстоятельства. И вы увидите великую Божью славу, пусть так и будет. Я призываю Божий прорыв в вашей жизни и ветер перемен во имя Иисуса Христа. Пусть этот ветер перемен поставит все на свои места. Пусть слава Господня, в которую вы примете решение и примете вызов войти, эта слава принесет
такие решения от Господа, которые просто погрузят вас еще в большую любовь и страсть по Нему, потому что вы поймете, как Отец вас любит, как же на самом деле Он о вас заботится и как долго Он ждал возможности позаботиться о вас. Благословляю вас, драгоценные. Спасибо всем вам. Спасибо за ваши комментарии. Я вижу, Люда Руди пишет, спасибо за это слово, это очень актуально сегодня. Слава Господу за это слово, за его работу через вас, Мария. Продолжайте говорить, не умолкайте, а мы поможем вам распространить слова Бога. Люда, драгоценная, это именно то, что нужно. Спасибо за открытое сердце слышать. Спасибо за мудрость слышать. Спасибо за вашу открытость, дорогие, к Божьему призыву и к тому слову, которое Он поручил мне высвобождать. А потому что многие люди не понимают, почему я это делаю. Многие думают, что я это делаю из каких-то своих личных причин, из того, что я это делаю, потому что у меня какие-то раны, какие-то обиды. Но, дорогие, неужели мы настолько не мудры, что не можем знать, что ничего доброе не созидается из ран, из обид? Что свидетельство Божьей славы и созидание в жизни может приносить только то, что делается истинно из Божьего призыва, Его силой, в Его любви? Господи, нам нужно иметь развлечение в духе просто. Так что спасибо за вашу поддержку, спасибо за ваши молитвы, спасибо за вашу любовь. Я очень это ценю. Господь мне когда-то пообещал, я дам тебе много друзей. И я думала, интересно, у меня вроде бы много общения, друзей. Но когда я прошла времена, когда осталась я и Бог, и больше никого, я поняла Его обетование, я оценила Его обетование. И сегодня я встречаю, благодаря этому ответу моему на Божий призыв в моей жизни, Он дал мне таких друзей, новые совершенно люди, которых мы с вами не были знакомы, но я встречаю потрясающих мужей Божьих и жен Божьих. Я рада, что Бог нашел нас и нашел способ, как свести наши пути. Спасибо. Я сейчас не смогу пролистать, чтобы увидеть все комментарии, потому что у меня, я уже смотрю, зависает совсем. Но я вижу некоторые: Господи, из скорлупы каждую женщину, чтобы познали и выполнили Твою волю. Аминь. Спасибо, Мария, благословляю тебя обильно. Аминь, пишет Лидия Нестерюк. Спасибо, дорогая Лидия, спасибо за все ваши комментарии, поддержки. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, свои мнения, свои вопросы, свои комментарии. Ваши комментарии, ваши репосты очень сильно помогают также распространять видео. Но что они еще больше помогают? Они помогают мне понимать, что Бог делает через эти эфиры. И это дает понимание, что это работает, что это нужно, что это важно для кого-то. И также это дает понимание состояния, в котором находится сегодня мы, как женщины, как мужчины. Спасибо, очень актуально и круто. Да, это Бог. Спасибо, Валентина Топорова, за ваш комментарий. Больше не могу пролистать. Мой телефон не дает, не выдерживает ничего. Будем верить, у нас будет все необходимое. Так. Да, и аминь, принимаю, слава Божья на мне, любовь моя, мой Господь, аминь. Слава Богу за вас и ваше служение. Надя Танжарикова пишет, спасибо, Надя, за ваш комментарий. Больше всего меня радует, когда я вижу, когда страсть по Господу восстанавливается в жизнях людей, когда они слушают эти эфиры. Так, все, больше не могу пролистать, но я обязательно после эфира всегда читаю ваши комментарии, поэтому, пожалуйста, всегда их пишите, я прочитаю, отвечу. Спасибо, дорогие, все, я вас люблю, обнимаю, благословений вам. Спасибо, что мы есть друг у друга, и мы обязательно справимся со всеми вызовами и увидим великую Божью славу в наших жизнях и через нас во имя Иисуса. Пусть так и будет. Аминь. С Богом!